В мужской колонии строгого режима в Кохме наконец появился отряд облегченных условий содержания. Согласно концепции развития УИС, это должно сподвигнуть осужденных скорее встать на путь исправления. Ведь из тысячи арестантов колонии лишь самые дисциплинированные смогут переселиться сюда из общих бараков. В настоящее время проживает здесь 31 осужденный в первом отряде с облегченными условиями. Всего отряд вмещает 36 мест. То есть существуют еще критерии социальных лифтов, в которых отбор идет осужденных непосредственно более, так скажем, положительно характеризующихся, которые проживают в данных условиях, которые вы видите, и созданы для осужденных. В отличие от обычных отрядов, здесь осужденные живут по 5 человек в комнате. Есть кухня со всеми необходимыми атрибутами, столовая, комната отдыха и даже тренажерный зал. Работа по созданию для осужденных условий к адаптации идет полным ходом и в других исправительных учреждениях региона. В отряде облегченных условиях у нас открыта 3-я, 7-я женская колония, 4-я мужская строгого. Сегодня мы в 5-й колонии для первоходов строгого режима. В этом году планируем открыть 2-я колония Талицы. В этом году мы открываем 2 участка колонии поселения и К4 строгого режима. Я всех приглашаю в мае месяце. Очень большой. У нас при мужских колониях еще не было участков колонии поселений. И в К6, ну в ОИКе. И К2, и К6 тоже открываем участок колонии поселения, но это ближе к концу лета. Система социальных лифтов в действии. Работай, не нарушай дисциплину, и за полгода до УДО заживешь как в санатории. А дальше на свободу с чистой совестью. И что самое главное, система работает. 95% осужденных, содержавшихся в отрядах облегченных условий, в колонию больше не возвращаются. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.